Все эти здания не принадлежат муниципалитету. Я беру на себя ответственность за то, что каждое из этих зданий будет восстановлено и не будет передано в собственность кому-то другому. Мы готовы взять их в свою собственность и отремонтировать. Генпримар подчеркнул, что ни детский сад, ни школа, ни стадион не должны находиться в руках бизнесменов. И все эти постройки должны принадлежать кишиневцам и развиваться для кишиневцев. Не справляются они на национальном уровне, пусть отдадут примарии, но без долгов. И мы проведем прозрачный конкурс по организации этих мест в этой зоне. Мы хотим жить в современном, обустроенном и чистом городе. Чабан пообещал провести открытые конкурсы для всех проектов по реабилитации.